Вот и все, я просто боюсь. Слушай, вообще вот непонятно, что будет. Основной страх связан с тем, что я не понимаю, как там ко мне относятся. Я просто боюсь предположить, что может быть со мной. Но ты реально ожидаешь, что тебя там может ждать тюрьма? Вот так прям. Да, я просто боюсь. Я вообще не понимаю вот этого вот... Из-за этого моего такого неаккуратного высказывания, да, я думаю, на меня обратили внимание люди очень высоких чинов, так скажем. И да, там уже как снежный ком, знаешь, все полетело. Ты пытался прозондировать почву и понять, в каких ты там списках находишься, черных или серых, что вообще вокруг тебя происходит? И это началось довольно давно. То есть всегда, когда я выезжал из России, меня отводили в комнату, я ждал полчаса, потом говорили: все, пиздуй.